приветствую всех зрителей канала. Рубрика в эфире, посвященная филателии, в какой-то степени паскросингу, ну и в частности для любителей целых вещей и спецгашения. Меня зовут Алексей. В нашем парке, в котором я обычно начинаю съемки, началось массовое благоустройство. До конца лета тут у нас будут фонари, лавочки, а также видеонаблюдение. Ну, в общем, цивилизация пришла и в этот уголок Новосибирска. А сегодня, 22 мая, у нас очередное спецгашение, которое называется «Ночь музеев». Про эту акцию уже, наверное, более подробно расскажет Валера с главпочтамта. Я могу сказать, что у нас сегодня это новый штемпель, который обещали еще в прошлом году. Но вот в прошлом году, ну там еще в связи с антиковидным мероприятием, возможно, не получилось. Но в этом году мы будем проводить гашение. Причем там изначально непонятно было, то ли 19 числа, то ли 20. Посткроссеры наши новосибирские гасились вчера, насколько я знаю, 21 числа. Но Валера посмотрел по каким-то своим записям и сказал, все четко, гасим 22-го. Для меня это, наоборот, только плюс, потому что 22 числа это такая красивая дата, 22.05.22 на штемпеле. И мне, наоборот, интереснее, конечно, погасить будет 22-го. Я приготовил, ну так как ночь музеев, я приготовил, соответственно, и открытки, и марки будут связаны с искусством. В том числе будем использовать серию «Современное искусство». Ну, все это я вам покажу уже с главпочтамта, когда туда доберусь. Итак, я на главпочтамте. Пока еще столы пустые. Никто не приехал. Но вот хочу показать штемпель. Вот таким образом выглядит. Несмотря на то, что время 11, наверное, кто-то уже сегодня был, потому что стоит 22 число. Но вчера смысла его ставить не было. Хотя, если не для отправки, кто-то также может маньячить по красивым датам. Сделал я себе в блокнот оттиск. Ну, такой, надо сказать, довольно простой, лаконичный штемпель, но в любом случае лучше, чем календарик. Так что пока буду сейчас подготавливать. И вот заодно хочу показать, что у нас сегодня доступна спортивная слава, гордость Новосибирска, посткроссинг, вообще прикольный штемпель, мне очень нравится. И наш самый нарядный с праздником. С Днем Победы уже уехал, и вот вместо него приехал спортивный славик. Вот так вот выглядят сегодняшние возможности. Ну все, сейчас я достану то, что приготовил, и буду вам показывать. Сделал я полтора десятка где-то оттисков. Сам я их не собираю, но так как у подкроссеров это актуальная тема, то сделал, ну, для последующего, не то что обмена, просто бросить, может быть, кому-то в конверт. Так, мелочи приятные. Давайте покажу. Сейчас открытки. На этом конверте я потом особо остановлюсь. Что-то буду отправлять по посткроссингу. Но в основном, так как ночь музеев, я выбрал тему искусства. И вот таким вот образом все это выглядит, все эти отправления. Ну, кит и коты это не по сегодняшнему гашению. А вот картины Шишкина Ивана Ивановича, в частности. И вот наша вот картинная галерея. Кстати, это тоже музей краеведческий городской. Это я буду делать все по сегодняшнему спецгашению. Ну, так просто в целом хочу показать, как выглядит сегодняшний объем работы. Даже вот так вот, наверное, вот. Все, сейчас буду ставить штемпели и уже по мере установки штемпелей показывать, что получается. Валерий готовит очередную карточку на розыгрыш за комментарии. Давай-ка я ее покажу сразу.
так, совместная акция группы филателии в Новосибирске, а также YouTube-канала Green Style, марку от канала, карточка производства филателии в Новосибирске. Мы ее сразу погасили, то есть это будет такой филателистический сувенир. И отправлена она будет автору комментария под этим видео, которое выберет Валерий на свое усмотрение. Никаких больше подписок, ничего, тут все по желанию как бы. Но вот Валерий через недельку-другую пройдется по комментариям и выберет того, кому я и буду отправлять эту карточку. Поэтому пишите свое мнение, огашение вообще. Ну, пишите, в общем, комментарии под этим видео. Разыграем такую карточку. Так, сейчас покажу, что в итоге у меня получилось на отправку. Сегодня я уже сделал все гашения, какие нужны. Вот этот конверт, а формат он опять мог бы быть идеальным, если бы я не завалил нижнюю правую марку. К сожалению, когда клеил, отвлекся и упустил время, когда можно было подкорректировать. Но, с другой стороны, нет предела совершенству. Мне и так вот он очень нравится. Здесь классный рисунок соответствует вот этой марке с лодочкой. Замечательно вообще смотрится. Это конверт пойдет по эстафете. Ну и дальше таким образом покажу, что я оформлял. Ну, это я себе любимому оформил. Здесь картина Шишкина, сам художник. И картина соответствует тому же сюжету на открытке. Так, идем дальше. Конверт у меня по обмену в Китай едет. Это так попутно я уже оформил. Потом что у нас? Ну, тоже открытки, которые я вам показывал, с картинами Шишкина, добавлены тем же марками. Вот хочу показать, кстати, если вы помните, были открытки с незнакомкой. Вот она. Вот. И также точно я ее оформил такой же маркой. На мой взгляд, смотрится очень хорошо. Это я, естественно, тоже себе сделал. Ну, хотя есть еще счастливчики, которые такие получат. Что-то, опять же, по посткроссингу. Вот эти вот большие я тоже показывал. Вот таким образом они оформлены по обмену. Что еще? Примерно вот так вот. Вот где медведи, например, где медведи, вот возьмем вот эту открытку. Тут они же тоже сюжет этот на самой карточке. То же самое и здесь. Естественно, авторство Шишкина. Марки тоже посвящены ему в том числе. И дальше идет под тему медведей совместный выпуск. Ну, смотрится, мне кажется, очень хорошо. Так как гармонично все сочетается. Вот Алексей Дубцов полетит. Все, в принципе, у меня все оформлено. Примерно так это выглядит. Сейчас сделаю фотографию, разложу. И буду подслушивать уже и готовить к отправке. Тем временем подошел Алексей. И пошел процесс подготовки почтовых карточек. Пока все готовится к отправке, я вам обещал в начале выпуска, что Валера более правильно расскажет о том, что же за акция такая «Ночь музеев» в Новосибирске. И сейчас мы как раз это услышим. В Новосибирске, как и по всей стране, наверное. Ну, наверное. Проводятся ночи музеев. Пошло это, скорее всего, с Европы. У них там ночь музеев в четверг. И именно ночь музеев. Угу. Многие музеи, ну, не многие, а большинство музеев открыты в эту ночь для посетителей. И они бесплатны. Не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, раньше такое было. В Новосибирске тоже подхватили эту акцию. И поначалу многие музеи на ночь музеев денег не брали. Можно было в любой музей прийти, который был открыт. Можно было прочитать, да, рекламку, анонсы, кто в ночь работает. И денег не брали. Либо брали там, ну, какую-то минимальную оплату. Вот, сейчас в сегодняшнюю ночь музеев, знаю, что принимало множество музеев участие, но бесплатно или платно, не могу сказать, что-то как-то не мониторил. Вот, а так музеи готовятся, специальные программы делают, специально посетителей привлекают. Тут знаю, что музей Новосибирска
проводил какую-то, ну, в смысле, в эту ночь проводил акцию. Они там пекли какие-то пряники с символикой города Новосибирска. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, завлекали посетителей. И вот у меня вопрос по дате. Я в начале видео рассказал, что изначально была информация 19 числа, потом 20-го, что-то там, потом 21-го. В итоге ты вывел вот эту правильную цифру 22-го. Откуда что берется? Я знаю, что посткроссеры вчера гасили некоторые у нас. Ну, ночь музеев начинается-то с субботы. То есть получается с субботы на воскресенье. В ночь. Воскресная ночь, да. 21-22. Да, но не в 12 же ночи все начинается. Ну, начинается все заранее, часов с 6 в субботний, угу. субботний вечер, скажем так, который угу. переходит плавно в воскресную ночь. И угу. вот она, воскресная ночь, получается, музеев, а не субботняя, как многие думают. Потому что день начинается с ночи. Ну, для меня, как я сказал, 22.05.22 да. намного круче, чем 21.05.22 красивая угу. дата, и все этим сказано. И еще момент. А вот музей, это штемпель, который вот Алексея в руках, вообще используют музей? Или это не актуально вообще? Ну, сами музеи. Да, да. Ну, то есть, вот чтобы в музее провести какое-то выездное такое гашение, потом прийти сюда, ждать. Я думаю, что музей даже на никому самом деле не надо, и не да? знает о существовании данного штемпеля. А, вот оно как. Да. Мы помогаем музеям узнать вообще, что есть такой штемпель. На самом деле почта должна с музеями договариваться и проводить какие-то мероприятия. Ну да, сотрудник почты приезжает, как это на Спартаке было там. Как это на Спартаке было, как это было на таможне было это. На Юрьевой ночи в планетарии мы один год гасили также, день космонавтики. И еще другие мероприятия проходили. В принципе, если зайдете в группу филателия в Новосибирске, там хронология гашений. Да, ссылка на группу будет в описании под этим видео. Ну, как и под всеми видео там по филателии. Там все есть. И можно посмотреть, кто, где, что, когда и проводил за последние, ну, наверное, уже лет 5. Угу. Ну, отлично. Все, тогда спасибочки. Да, продолжаем гаситься. Да, да. А я пойду уже, наверное, брать. Сейчас разложу свои отправления и пойду брать уже талончики на отправку. У меня сегодня 10 отправлений. Взял 2 талончика до 5. В очереди 0 человек. Ну хорошо, выходной день. Никого нету. Тут ребята у нас продолжают гасить. Я жду очереди. Вышел с главпочтамта и уже пошел куда-то с ребятами тут общаюсь, что-то разговариваю. Совсем забыл-то, что видос-то я не дописал. И завершения-то нету. Поэтому вот с этой точки города запишу. Часовню Николая Чудотворца закрыли. Я вот сам сейчас только обнаружил, по-видимому, на реконструкцию. Ну вот такой вид на Красный проспект. А давайте сюда пройду, покажу, что вот на фоне большого нового здания, внизу, если посмотреть, стоит аптека у нас двухэтажная. Это охраняемый уже памятник. Причем раньше вот эта часовня изначально, она стояла вот здесь посередине, напротив вот этой аптеки двухэтажной. И у меня есть открытки 30-х годов, где часовня стоит именно здесь. Но потом почему-то ее перенесли сюда. Надо будет как-нибудь разобраться, почему это произошло, и записать по этому поводу видео. Ну все, на этом буду заканчивать. Гашение «Ночь музеев» закончено. Следующее гашение у нас 31 числа выходит. Выходит, значит, конверт с оригинальной марки, посвященный авиаконструктору Бартини. Поэтому будем отправлять конверты с оригинальной маркой. Если их привезут, конечно, к гашению, будет штемпель спецгашения. Пишите свое мнение в комментариях. А я желаю вам много удачи в наших интересных хобби. Всего доброго и до новых встреч.